Microtech Halo 5 Clone Baby. Но опасения были напрасны, очень даже недурно. Ну что ж, входибельность очень даже недурно. В перчатках, да в принципе, да нормально, неплохо ощущается кнопка. Даже вполне. Но выяснился один нюансик, что я его, поскольку в зимней куртке тут дует, я ее затянул внизу шнурок, соответственно, доступ к кобуре халы был неудобен. И я его просто в карман засунул, а в кармане дачных штанов там какой-то песок оказался. Я вот его достаю, смотрю, тут насыпалось вот в жерло куча всякого говна, я стоял тут, выдувал все это. То есть в этом плане в кармане, конечно, эту штуку лучше не носить, ей это не очень нравится. Потому что попадает всякое говно. Ну что, в принципе, и логично. Ну, вынимать его, кстати, достаточно. Он так достаточно крепко заходит, туго вынимается, но это достаточно удобно делать за счет эргономики. Вынимается он неплохо. Ну, а влетает из своей длины. Хорошо. Зачет. Ну попробуем, как это в голой руке будет ощущаться. Ну, не так комфортно и безопасно, как, скажем, Герберт, потому что там очень развитые гарды. Гербер 06 авто имеется в виду здесь. Ну, не для голой руки, конечно, судя по всему. Ну, короче, в перчатке все это гораздо комфортнее делать, что логично. Я вот только потом обратил внимание, какие от нее дырища остаются, это ж пипец. Вот это я тыкал каким-то там и Гербером 06 авто, и соком он, по-моему. Их вообще почти не видно. А здесь, ну, это, видимо, по своей идеологии, это как штык какой-то. Такие дырища. Это от халы пятый, вот так.